А помнишь ли ты клуб «Осирис», сын? О, да, лучший стриптиз в Джерси. Это британское оккультное общество, созданное в 1866-м влиятельными членами таинственного братства Ра. Ра? Я однажды встречал Ра в подземном мире. Такое трепло. Как и мы, они воюют с силами тьмы. У наших организаций давние взаимоотношения. Это мои друзья, и они просят твоей помощи с одной гигантской проблемой. Ну, с какой же? С гигантами.